саженцы малины ремонтантной брянская дива являются универсальным сортом, который одинаково хорошо подойдет и для личного выращивания, и для выращивания с целью реализации плодов. Ягоды большого размера с приятным вкусом и прекрасным товарным внешним видом, который сохраняется на протяжении 5 дней после сбора урожая. Плоды красные конической вытянутой формы до 4 см в длину. Одна штука весит в среднем 5 грамм. На вкус ягоды сладкие с несильной кислинкой. Крупномер брянская дива после начала плодоношения из года в год стабильно приносит урожай, начиная с конца лета и до первых морозов. Малина ремонтантная брянская дива – это многолетнее растение. Малина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Малина ремонтантная брянская дива имеет ремонтантный срок созревания. Плоды малины созревают в месяце август. Урожайность малина ремонтантная брянская дива около 2,5–3,0 кг, и это средняя урожайность. Бывает как больше, так и меньше. Масса плодов приблизительно 5–11 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у ягод удлиненно-коническая. Окраска ягод красная. Вкус кисло-сладкий. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что малина ремонтантная брянская дива – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.